В этом году отмечается 28-я годовщина со дня окончательного вывода советских войск с территории Афганистана. Долгие 10 лет на афганской земле, выполняя свой интернациональный долг и защищая безопасность южных границ Родины. В составе ограниченного контингента российских войск стойко сражались более сотни молодых ребят из Хасавюрта, которые с честью выдержали это серьезное испытание. В честь памятной даты на холме воинской славы встретились ветераны-афганцы, представители администрации, чтобы почтить память погибших и возложить венки у памятной доски, установленной в честь земляков-афганцев. Эта война навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и матерей, потерявших своих сыновей. А день 15 февраля как день памяти и день победы в афганской войне. В этот день мы воздаем дань уважения, глубочайшей признательности всем воинам, честно и мужественно исполнявшим свой воинский долг, гражданский долг в горячих точках планеты. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям. В Хасавюрте во многих учреждениях, организациях и учебных заведениях проводятся встречи с приглашением участников афганских событий. Руководство города всегда уделяло внимание воинам-интернационалистам, членам их семей. На мероприятии по почтению памяти погибших воинов-афганцев приняли участие представители муниципалитета города, ветераны афганских событий, а также студенческая молодежь Аграрно-экономического колледжа. Председатель Совета ветеранов города Хасавюрт отметил, что после 10 лет войны страна потеряла более 15 тысяч своих сыновей и дочерей, солдат и офицеров. Те, кто выжил и кому удалось отстоять родину, являются примером подражания для нашей молодежи. Хочу выразить огромную благодарность руководству страны, Республики Дагестан и администрации города Хасавюрта за огромную заботу об участниках их семей. Они находятся в центре внимания, хотя страна находится в глубоком экономическом кризисе. Дорогие участники афганских событий, пребольшое вам спасибо за проявленное мужество и отвагу, за ваш патриотический дух. Всех земных благ вам, счастья, здоровья и долголетия. Вывод советских войск из Афганистана был осуществлен 15 февраля 1989 года. За 10 лет афганской войны в боевых действиях приняли участие свыше 600 тысяч военнослужащих, около 200 тысяч граждан СССР. Государственным наградам были представлены более 200 тысяч человек, в том числе 11 тысяч посмертно. Студент первого курса Аграрно-экономического колледжа Амир Исаев от лица студенческой молодежи выразил благодарность всем тем, кто выжил и вернулся на родину, выполнив свой воинский долг. Скорби, день пролитых слез, о тех, кто уже не вернется из боя, о тех, кто не вспомнит уж русских берез, им вечная память за подвиг и храбрость, а тем, кто вернулся в родную страну, вам наша признательность и благодарность, стереть бы из памяти эту войну. Все присутствующие представители администрации города выразили благодарность родителям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, умерших в послевоенные годы. А также организаторы мероприятия выразили признательность членам общественной организации «Совет воинов-интернационалистов», активно участвующим в патриотическом воспитании молодого поколения, сохранении памяти об афганской войне и подвиге советских солдат. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».